сторону ЕМС. Это не буканер, это сабра турбо. Ну, я нахожусь в лобби. Он отказался выполнять требования об остановке. Тогда решайте сами вопрос с ним. Я задержан. Пожалуйста, я не услышал. Значит, ваш автомобиль находился в розыске, так же, как и вы сам. Ага. Ваш автомобиль был не раз замечен на похищениях. И ваше имя было не раз произнесено на этих же похищениях. И ваш внешний вид был зафиксирован после похищения и после того, как вы скрывались. Шапель на связи? Да. Где вы? Интересно. Бегу из ЕМС. С этого момента подробнее бы. Вот и нам интересно услышать подробности. Мне тоже интересно. Узнать, что же я сделал. Шо? А то так сразу наручники. Да. 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 Где ваши документы находятся? В куртке, в переднем кармане, слева. Очень интересно. Так. Чистосердечно писать будете? Это я могу вам сообщить, что если вы напишете чистосердечно, суд смягчит вам срок. Суд? Да. Дело ну, будет передано в суд, срок. И вы были зафиксированы уже на одном из похищений. Ну, я бы хотел какие-то доказательства, ибо я не могу быть. Доказательства сможете посмотреть уже в суде. Ну да, я не знаю, будем судиться, ибо я только сегодня заехал в штат. Не может такого быть, чтобы вы где-то мою машину или меня видели. От этих машин в штате немало, насколько вы знаете. И таких, как... И номера, одежды, как... номера тоже автомобиля? Тоже немало их таких? Ну, это номеру машины я сегодня приобрел. Ага. У кого? У Рассела Блэка. Документы купли-продажи есть? Нет, не составляли. Значит, это получается угон автомобиля, а не покупка. Какой угон? Я его приобрел. Это уже угодно. Но если не имеется у вас документа о купле-продаже, значит это угон. Спасибо, до свидания. Ну как бы я его не фиксировал, просто этот документ. Шапель, знаешь кто у нас? У нас есть Джош Хилл, который в розыске, и автомобиль его, который тоже в розыске. Это Джош Хилл? Да. А можно мне один раз позвонить? Я же имею право на один телефонный звонок. Имеете, да, но для начала мы с вами пообщаемся. Давайте пообщаемся. С величайшим удовольствием. Так, где вы в данный момент проживаете? В гетто. Конкретнее, район. Ой, блин, а я не знаю, как там называется район. Ну там в общаге, в общежитии я живу. Дэвис, Стробери. За Дэвисом. Южное ранчо. Да. Хорошо. Сколько вам лет? Мне. Вам. 21. Хорошо. Вы уже привлекались ранее к уголовной ответственности или административной? Да. По каким статьям или за что? Говорить прям как есть или надо как-то формулировать? Как есть. Ну, в общем, не закрывался у меня рот, и меня за это забирали. Потом не хотел уходить, меня за это забирали. И находили у меня марихуану до 5 грамм, и за это тоже забирали. Хорошо. Здравствуйте. У вас есть... Вы можете предоставить какую-нибудь информацию о семье?
Я вам А в показал какой семье? командную А в программу, вашей? Да. патрулировать Нет, районы, я потому что в приехал первых с другого штата, я недавно не меня слышал. Хорошо. У меня какие-то байкеры застрелили. Во-вторых, я видел, как у больницы номер телефона у вашего. Одного человека, его завязали, и пойди у него машину забрали. Давайте один вопрос. Вас на снег застрелили? 101, 68, 483. И увидел, как у человека забирают. Хорошо. Не переживайте, потом я Значит, да, позвоните, как освободим вам одну руку. Ага. Вы будете задержаны и доставлены в камеру предварительного задержания до суда за захват заложников, а также ношение огнестрельного. Линкольн 1143, 10-2, Yellow Green Blue Red, 10-3, за захват заложников, а также ношение огнестрельного оружия и нападение на сотрудников правоохранительных органов. У вас есть что добавить? Мне? У меня? Да. А я не понял. Я не понял, с чего вы взяли то, что я вообще где-то там присутствовал. И как вообще вы можете доказать то, что я там был? Суд докажет. Не было такого. Так я ничем не занимался таким. И незаконным ничем не занимаюсь. Знаете Фернандо Мэнк? Вот он тоже до последнего говорил, что он ничем таким не занимается, но сегодня суд его приговорил к 19 годам лишения свободы. Ага. Ага. Хорошо, подождите, а... Я можно... вам последний раз предлагаю подписать чистосердечное. Я вас понял. А можно переговорить с агентами? Есть ли такие лица у вас? Мы не предоставляем агентов. А вы можете с ними связаться? С какой целью? Мне нужно с ними пообщаться. Думаю, вы можете с ними пообщаться, как только выйдете можно из камеры. Можно тогда я позвоню, и я буду вам рассказывать все, что знаю? Да. Спасибо. Вы мне отстегнете одну руку? Да. И я вам тогда уже все расскажу, как только позвоню. У вас есть неоплаченные штрафы? Джош, у вас есть неоплаченные штрафы? Нет. Угу. Здравствуйте, тут этот один водитель такси растолкал все ваши машины. Он нарушил закон. Так, в общем, не могу дозвониться. Давайте тогда поговорим. И это обеспечит мне то, что вы мне можете скостить срок за это?